что происходит с Иван-чаем, это осень. Когда мы его покосили в июле, ну, может быть, там в начале июля, в середине июля, а это с тем, которым мы ничего не делали. То же самое, что было с райграссом на другой фотографии. И райграсс этот, он точно так же, вот очень сильно отличается, который кошеный и не кошеный. Если это знать, то это можно использовать. Да, знание – это сила. И, соответственно, добавлять вот эти яркие розовые пятна тогда, когда уже этого здесь не будет. Thank you.